Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Находки Манили. Сегодня был очередной поход на барахолку. И я приобрел 6 ножичков. Вот они на экране перед вами. Все абсолютно разные. 6 ножичков и вот такой вот портсигарчик. БССР, Белорусская ССР. Здесь нарисован машина, трактор. Молот и серп. Это дешевый портсигар, алюминий. Советский Союз, короче, СССР. Так, и вот смотрите, какие ножички. Первый нож приобрел вот такой вот. Солинген, столовый ножичек. Солинген. Очень-очень хорошая сталь. Очень интересный старый ножичек. Дальше. Следующий ножичек это у нас вот такой вот зеленый ножичек. Клеймо стоит завод «Металлист». Очень-очень классное состояние. Смотрите. Клинок вообще идеальный. Лезвие одно идет. Лезвие второе. Вообще в идеале. На барахолках очень редко попадаются ножики в таком классном состоянии. Сегодня был удар именно по ножам почему-то. Ну, так получилось. Вот такой вот ножичек взял. Здесь клейм нету. Тоже неплохое состояние. Чуть-чуть обломан кончик ножа. А так в целом состояние классное. Здесь у нас идет вилочка с открывашкой. И еще есть консервный нож вот такой. Он тоже похоже металлист. Просто клейма я не увидел. Так, вроде смотрю, клейм. Клейма не видно. Возможно, завод «Металлист». Тоже вот такой еще один ножичек. Харьков. Тоже завод «Металлист». Тоже в отличном состоянии. Вот такое вот лезвие. Замечательный, легенький, очень-очень удобный нож. Однопредметник. Потом вот такой замечательный нож попался мне вообще за копейки. Это у нас получается завод «Военноход». Охотничий ножичек. Лезвие немного источено уже. Что у нас еще здесь есть? Отверточка. С этой стороны консервный нож, открывашка и шило. Вот так вот он выглядит. А вот еще штопор есть. Штопор. Вот такой замечательный ножичек. Вот есть клеймо. Завод «Военноход». Цена 4 рубля 80 копеек. Класс. Так, и еще один нож. Тоже у нас идет завод «Военноход».
охотничий нож. Вот этот нож меня очень сильно порадовал. Он в очень, очень классном состоянии. Такого состояния я не встречал вообще никогда на барахолке. Смотрите, какое лезвие. Широкое лезвие, не сточенное. Нож просто обалденный. И второе лезвие у нас идет вот такой консервный нож, мощный, и открывашка. Классный ножичек очень. Такие вот экземпляры очень редко встречаются в таком именно состоянии. Цена вот есть. Цена 4 рубля. 0 копеек. Все, друзья, вот такой был поход сегодня на барахолку у меня. И вот такие вот покупочки. Ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.